Комментарии: рады победе, первый домашний матч, волнительно, да, ребят переживали, беспокоились, люди пришли, поддержали, соответственно, ну, да, плотная игра, соперник мотивирован, в общем-то, мы мотивированы, плотная игра, и где-то порой надо было более проще сыграть, более внимательно сыграть, и каким-то основным аспектом и основам футбола подойти и... ставить акцент на подборах, ставить акцент на выдвижении, ставить акцент на перемещении. Ну, я рад, что, скажем так, первый тайм не так это все было прозрачно. Во втором тайме мы подкорректировали, и игра пошла, в общем-то, лучше. Ну, всех поздравляю.